Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ниакара, и мы продолжаем. Гея мне тут предлагала забраться на ее руку. Что-то куда-то она меня перетащить собралась, по-моему. Очень-очень эпично, очень кровожадно. Завалили в прошлой серии Посейдона. Я боюсь представить участь других богов. И даже самого Зевса. О, да! Здрасте, Зевс! Ну и лицо у него. Он что такой, будешь делать, блин, отец? Теперь тебе не спрятаться за спиной Афины. Тогда Афина она тебя мертва. Прикрыла. Из-за гнева, что сжигает тебя, Кратос, что еще ты сокрушишь? Длани смерти не страшны мне. Вещи и сестры мне не помеха. А ты... Не доживешь до заката солнца, и месть моя свершится! Дерзкий мальчишка, моему терпению пришел конец! Разгневался сам Зевс, боже мой. Надеваем подгузники. Что-то будет. Гея, что-то мне кажется, тебе сейчас достанется. Мы оба улетели, по-моему, оттуда. Точно. Лезли, короче, полгода. Одна молния и все. Я больше не могу держаться! А иначе мы оба падем. Промедление Зевсу на руку. Ради гибели Зевса ты спасла от смерти меня! Я спасла тебя ради титанов! Не отнимай мое право мстить! Будь внимателен, Кратос! Ты был пешкой богов! Вот и все! Зевс теперь не твоя печаль! Это наш бой, не твой! Что-то, блин, как-то все обернулось не так. Гея начала говорить, что это вообще не его проблемы. И, в общем, упал он. Я жил как воин. Царство Аида. Я умер как бог. Я принес величайшую жертву. Убил семью. Боги не дали мне свободы. Я сокрушу Олимп. Я отомщу богам. Несмотря на то, что его грохнули, по сути, да, он сейчас находится в реке Стикс. Это река мертвых. Да, река Стикс. Я так подумала, да, отвалите, ну как шливан. Отвалите. Ну, она течет в царстве Аида. Это как бы логично. Ну, я же читала, я же вам говорила, что я читала. Да что вы привязались? Тут посмотри на них, а? Они у меня забрали вообще по ХП, короче, и забрали всю эту всю магию. Это что у меня было? Да. Пошли нафиг! А! Причем нет никакого кута, чтобы с ними как-то справляться. Я вообще просто плыву. Все, отвалите. Еле выжил. Держись, Кратос. Нормально. Царство Аида. Я вот вижу, там сам он сидит. Видите, да, вот такой. Ну, вот такой любитель фаст-фуда. Честно говоря, Аида всегда представляли как сухопарого такого детка. Ну, типа Зевса. Он же его брат. Думаешь, свел со мной счеты, Зевс? Врата Аида не удержать меня! Угу. Смерть не преграда тому, у кого есть цель, Кратос. Здрасте. Афина. Я скучала, спартанец. Я пожертвовала собой ради Зевса и обрела новую сущность.
Ты по-прежнему богиня Олимпа. Иногда не стоит верить своим глазам. Так же, как и богам Олимпа. Возможно. Но не забывай. Я погибла от твоего меча. Я хотел убить Зевса. Говори, что тебе нужно. Ты развязал жестокую войну за Олимп. Из-за нее страдают смертные. Пусть страдают. Я все равно расправлюсь с Зевсом. Зевса не победить так же легко, как Ареса. Чтобы убить главного из богов, ты должен найти источник его силы. Это пламя Олимпа. Ты пожертвовала собой, чтобы спасти Зевса, а теперь хочешь его смерти. Объясни, в чем причина? Я была слепа, а теперь вижу правду. Может быть, это вернет мне твое доверие? Это клинки изгнанника. Они укажут тебе дорогу к пламени Олимпа. Ух, прокачало нам оружие. Спасибо. Пока миром правит Зевс, для человечества нет надежды. Уничтожь пламя Кратос, и тогда Олимп будет разрушен до основания. Клинки изгнанника. Главные союзники в войне против Олимпа. О, да. Так, что-то как-то все плохо у меня со здоровьем, дорогие мои. Что там? Аид. Вот он. Это конец великого пути. Всякий окажется здесь, и еще никто не возвращался. Ну да. Это он там записку нам написал. Типа, еще никто сюда не возвращался. А мы вернемся. По-любому же вернемся, правда? Так, а я вот там вижу внизу. Да, чуть-чуть. Сферы. Открываем. Я и вижу, там уже меня поджидают за поворотом. Здравствуйте. Чё тут делаете? Чё-то как-то быстро. Так. Глаз Горгоны. Да-да-да. Найдите еще два, чтобы увеличить запас здоровья. Мы будем находить здесь разные вот такие моменты. Элементы, не знаю, как их назвать даже. В общем, будем прокачиваться. Если кто-то не знаком с серией, вот рассказываю, что будем прокачивать здоровье, будем прокачивать магию. На сферы будем прокачивать оружие и так далее. Короче, это, ну да, да, здесь есть система прокачки. Так. Ну, вроде как все хорошо, там сохраняешь. А в этой стороне что? Да, сидит великий Аид. Подожди-ка, что тут R1, куда-то нужно переместиться, я хочу туда сходить. А там, похоже, мы топаем прямо к подножию Аида. Прям возле внука мы будем сидеть. Давай сохранимся. Мало ли. Все-таки нормал. На слэшер. Как я вам уже говорила, мне что-то с ним не везет. Вот, я теперь хочу сходить к ногам. Да, Аида мы всегда сходим. Я так думаю, что это основной путь. А вот здесь вот что. Я все время, смотрите, падают тела грешников. То есть они постоянно падают. Что? Врата Гипериона. Пройти могут те, кто обладает душой бога. Ага, вот так вот. То есть запомним это место. Сюда мы пройти не можем. Душа бога нужна. Ну, стало быть, грохнуть Аида. Мы можем пойти туда, мы можем пойти сюда. Так, видимо, сюда, наверное, рано все-таки. Так, подожди. И полетели. Так, сейчас, ребята, я к вам приду. О, тут сколько сфер там. И это либо тайничок просто, как бы такое ничего не значит. Либо это... Местечко.
которая обязательно посещение. Я думаю, что нет. Я думаю, что нам Каиду, но... Здесь просто, смотрите, офигенски много сфер. Давайте вот этот еще открыть надо. Ах, класс. Вау. Как вот все так проработано в этой игре, ребят. Ну, просто, блин, чертовски красиво и невероятно. Настолько отражает всю эту мифологию. Очень здорово. Там такие крики. Ой! Что-то пролетели какие-то смертные. Подожди, но у меня что-то стало очень плохо все со здоровьем. У меня было все хорошо. Стало все плохо. Я знал, что ты вернешься, спартанец. Соскучился. На... Да, вызов фаланги копий и щитов для защиты от противников. Войска Спарта. Так, Р2, чтобы вызвать фалангу. Изгнанника помогут тебе, Кратос. Они призовут души покинутых тобой братьев из Спарты. Моих братьев-спартанцев, отлично. Давайте призовем. Сейчас самое время. Когда окружают, вот это очень удобно, кстати говоря. Да подождите вы тут. Ну куда? Тихо. Тут даже, знаете, вот настолько как бы бесилово, что не успеваешь смотреть, кто там что тебе наносит. Кто куда к тебе побежал, что он хочет сделать. Реально. Так. А, это не все. Естественно, надо перебраться. Я наслаждаюсь, слыша твою боль. Боже мой, это что, у тебя какие-то ворота, да, оно пройти невозможно. Ладно. Так, подожди. А чё, как туда зацепиться-то? Ага, ладно. Так, для перемещения по веревке используйте, чтобы перемещаться быстро, нажмите X. Да чтоб тебя, ты чё прицепился-то? Эй, отвали, ты... Мы улетели, отлично. Прекрасно. Так. Значит, нам надо как-то будет сражаться. Я сейчас... Да, подожди, цепанись. Ага. Так, это пинаться. Это... Несите их. Ладно, ну слушай. Ну и так мы, конечно, долго будем пробираться, а если они так начнут лезть постоянно. Я попробую. Да ты что ты творишь, что ты, посмотри, что. Ай-чё-чё-чё, с двух сторон, а ты какие, а? Ха-ха, какие умные. Так, ладно. Давай. Немного осталось. Давай этих порубим. Сейчас со спины пошли. Да, да. Разворачиваемся. Развернись. Все. Отлично. Мы почти на месте. Давай. Сейчас похилимся. Отлично. Да, 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 да. Класс. Ну... Неприятно. Записка нацарапанная истерзанной душой. Это гнетущая тьма, не место для хрупкого цветка. Сегодня я приму приглашение Аида отужинать с ним, но завтра, клянусь, я покину это ужасное место вместе с тобой. Ничто не разлучит меня с тобой, возлюбленная Персефона. Перифой. Или Перифой, кто его знает. Так, что нам нужно? Нам нужно ХП. Ой, чуть-чуть. Тут, видите, мигающие сундуки нужно вовремя открывать, тогда ты получишь то, что ты хочешь. Либо ты хочешь магию, либо ты хочешь ХП. Но у меня было изначально больше ХП, как я вижу, что меня прям содрали в этом царстве Аида.
Так, ну тут больше, похоже, ничего нет. Погнали. Погнали дальше. Ладно. Здесь еще сундуки. А, чух-чух-чух. Может быть, можно будет что-то прокачать. Так. А, прокачка. Дай-ка посмотрим. Клинки изгнанника уровень 1. Следующий увеличение уровня. Открытый таран Арго. Смерч хаоса. Ну, давай. Ну, сколько там, сколько было потратили? Ну, блин. Что-то как-то... Много, походу, надо душ-то, чтобы прокачаться нормально. Так. А, дружище. Походу, тут... Так надо сделать. О, гидра! Чтоб тебя надо... Смотри, что делает, а? Она даже своих валит. Очуметь, Надя. Я просто устраню других противников мелких. Давит меня эта паразитка какая. Иди сюда. Недоженщина. Освобождение, чтобы освободиться, перемещайте. Да не надо. Не надо. Иди сюда. Ох, казнили, как я жестко. Да. Безжалостное убийство. Но. Еще одна. Да чтоб тебя, женщина, что? Что? Ах, ты боже ты мой. Надь, получите вся. Мешайте мне с горгоной биться вообще. Вас слишком много. Так, все, у меня пошел кут. Хватай. Отлично. Но по-прежнему я остаюсь при своем мнении, что в игре неудобно расположены куты, потому что либо они были бы, знаете, посередине экрана, либо как-то близко, либо в одном месте расположены, но они вот реально в разные стороны, но... И смотришь, короче, у тебя косоглазие развивается, потому что во все стороны глазеешь, что где там нажмется. Поэтому кут легко завалить на самом-то деле. Что-то... Боже мой. А и ты ли это заржал? Мне кажется, это был именно он. Поржал такой, ладно. Да ржи, ржи, да знай меру. Я приду за тобой. Правда же? Ну, вот сейчас пока вазу у тебя все сломаем. Чтоб тебе обидно было. Так, ладно. Так, сюда. Почему я не могу освоить этот дурацкий прыжок с крыльями? Ну, не получается, реально. Не получается все. Ну что ты делай? Здесь закрыто, в эту сторону нет пути, ладно. Мне предлагают. Ты? Так, ладно, посидите. Попробую с первого раза. Ой, боже мой, еле допрыгнул. Я уже довольно страдал, спартанец. Перефой. Он обрек меня на вечные муки, всю эту мою тюрьму. Но теперь пришел ты. Ты можешь освободить меня. У меня остался лишь мой лук. Прошу, освободи меня, и он твой. Освободи чувака, так, головоломка. Угу. Ладно, сейчас подожди, я тут осмотрюсь. Я пойму, что надо делать. А, это пока мне не надо. У меня все полное. Так, там какая-то животина беснуется. А, здесь тоже.
Так, что надо делать? Ага, нифига себе. Я только подошла, он там огнем дышит. Да подожди ты, успокойся. С тобой разберемся. А, понять, что делать. Так, мне, наверное, лучше полезть наверх здесь, в этом месте. Так. От моей гибели тебе не будет пользы. Да подожди ты. Это мы все поняли. Не в гибели дело. Огонь! Он совсем близко! Что за мужик паникер? Чуть не погиб. Там надо было... О, хвала богам. Два раза подпрыгнуть. Испытываем терпение мужика. Глупец! Да я почему ты здесь не прыгаешь два раза-то, господи? Что ты делаешь? Вот. Что я делаю? Я тебе скажу потом, может быть. У меня пока вот такая вот задача. Так, бери. Развернуть что-то. Как это делать? А, во-во-во. Так, R1. Дай, хватай. Ну, в общем, эту шнягу мы скидываем. Угу. Отлично. Так, а она... Одна? О, там что-то я вот вижу еще наверху. Ну ладно, пока что у нас только она одна. Больше ничего нет. Поэтому фиг его знает, но... Я не знаю, зачем я это делаю. Так. Чё? Случилось что-то, нет? По-моему, нет. Так, подожди, удерживайте их, чтобы взлететь вверх. А к это мне надо туда взлететь, когда откроется... Это... Ага. Она не открыта, видите, чё? Понятно. Так, смотри. Мы можем куда еще эту штуку притащить? Сюда. Здесь... Непонятно, что я сюда не могу ее подвести. Так, мы можем ее... Так, ладно. Может быть, к этому к мужику подвести? Перефунту или как там его? Так, он сейчас опять пальнет. Да, отстань ты. Мы поняли, что это очень-очень злое создание. Да-да-да. Так, вообще повернуть надо. И что, сейчас оно туда не потащится? Да ладно! Да ладно, через вот эти штуки не перетащишь? Очуметь. Ага. Класс. Ладно. Допустим. Он все-таки меня поджаривает. А? Так, нам надо как-то опустить решетку. Я, знаете, что допускаю? Что я не отметила, что если сюда запрыгнуть, то решетка опустится. Возможно, это так. Нам надо прыгнуть на скорость. Спаси меня от пламени! Да. Это так. Погнали, 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 погнали. Она закрывается, закрывается. О, не играй с огнем, спартанец. Да подожди ты. Тут и запрыгнуть надо. Так. Ать! Что ты делаешь? Мы выпустили псину! О боже! Здорово, чудило! Где ты там? Держи! Убей этого зверя! Ну конечно убью! Что ты? Конечно убью! У меня уже кут пошел! Иди сюда! Нет, я не хочу твоей смерти! О боже, я на нем скачу! Я не знала, что в этой игре есть такое катание на животинке. Боже мой. У меня ручной пес. Чего? Ручной трехголовый адский пес. Вообще класс. Мне, наверное... Подожди, мне надо сжечь вот это надо, нет? Боже.
боже. Прости, чувак. Тихо, 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 тихо. О, блин. Мне надо было его придушить, а я как пропустила. Ладно. Пропустила этот момент. Слушай, я тебя зажарила, да? Лук Аполлона. Огненный лукник. Некогда принадлежал Аполлону. Ты получил лук Аполлона. Огненные стрелы расчистят твой путь. Ну да, ладно, я не спорю, расчистят. Хрустящая курочка, слушайте, давай. Юмористы. Мне человека поджарили, они так юморят, типа, да, ха-ха-ха. Так, подожди, подожди, как стрелять? Сейчас. Держивая L2, нажмите. Сейчас, подождите, парни. Я вас перестреляю. А, прекрасно. Собачка знатная была. Мне прям понравилось, серьезно. Классно. Что? Что? Кто там? Кто что хотел? У меня не хватает магии в основном. Наверное, я воспользуюсь, да? Магии что-то не хватает мне. Что я разбазарю? Слушай. Можно тебя? Он все режет, когда вот так вот застрелю. Может? А у собачки что-нибудь там в клетке было, нет? А камера почему такая у нас? Ай, блин! Ай, не то! Ладно. Хорошо, хорошо. Ладно. Все нормально, мы здесь все открыли. Вроде как там еще кто-то там в клетке томится, да? Ну, пойдем обратно. Ага, да, да. Я так умею, да. Не надо. Вот не надо. И почему-то я не могу прыгать двойной прыжок. Почему я нажимаю? Тихо, парни. Ну, вас сейчас перестреляю, все. Все у меня хорошо. Там еще ко мне кто-то подгребает. Да подожди. Подожди, стой. Там, на той стороне. Надо перейти. Угу. Окей. Подожди. Так. Тренировка перед прыжком. Держите L2, держите, отпустите, чтобы выпустить в него стрелу. Ага. Вот так вот. У нас есть огненная стрела, боже ты мой. Боже ты мой, лук Аполлона. Что мы нашли в царстве смерти? Очуметь. Чешуеть. Хорошо. Все это дело записываем, чтобы нам не повторяться, да? Есть там пареньки у нас ждут. Что-то кто-то ревет тут или что делать? Ну ладно, извини. Нам дальше надо идти просто. Я не знаю, что тут делать, парни, но, блин. Все время такие подозрительные. Так, ради. Записка над царапанной стерзанной душой. Эта мелодия, она наполняет мой слух снова и снова. Голос поет о боли утраты. Это чувство мне хорошо известно, но эта песня не ранит мне сердце. Когда же этот голос поет о надежде, моя душа погружается в тоску. Ведь это песня о том, чего у меня никогда не было и не будет. Чё-то как-то все печально. Так, давай мы сходим сюда. Там, ну, явно, да, есть проход. Ну, тут вот такое ответвление, что я думаю, что... Чёрт, а чё оно такое большое? Я думала, что здесь... Ё-моё, может быть...
Может быть, ачивка какая-то, но она что-то... Бог ты мой, ты ж себе... На этих вот нацеливайся. Ауч! Ах вы паразитки, ах вы... Ах вы... Ладно. Ладно, этих вот умоляющихся завалим. Да почему так вы такие, а? Так, а тут же их как-то... Как-то можно притягивать. Я знаю, что можно. Ах ты! Как? Ау! Ау-ау! Так, ладно. Тихо. Ау, вот это, ну смотри, какие. Паразитки. Вот чего. Так и цель от меня. Так. Я могу их хватать, отлично. Так, но если они близко, то есть я подпрыгиваю, если они близко, я прям могу их хватать. Ага. Ну это крылья оторвем просто нафиг. Офигеть, как они меня просто нокаутировали. Эти летающие бабы. Ладно. Здесь я помню, что у нас была хилочка. Похилимся. Что же это за беспредел такой? Давай. Открываем. Отлично, спасибо. И я еще пойду посмотрю, что там дальше было. Но! Как-то что-то с ними можно делать. Я уже не помню, какое нажатие. Блин, там так все красиво. Нажатие каких клавиш это делает? Слушай, мы туда долетим. Безусловно, мы там что-то найдем. Но как мы оттуда потом уйдем? Я не понимаю, как мы вернемся назад. Я что-то очень боюсь туда идти. Если бы можно было как-то сохраниться именно в этом моменте. Блин, а есть сохраняша здесь, а? Я бы туда слетал, попробовал бы вернуться. Там наверняка какой-нибудь глаз горгона, не знаю, что-нибудь такое очень интересное. Но... Сохраняешь далеко, да? А, во-во-во-во-во-во. Все, давайте попробуем. Ну, а что бы нет? Попробуем. Попробуем туда слетать. Глянуть, что там. Если не получается, то мы просто вернемся сюда и пойдем. Вот, все хорошо, там гарпи все убиты, все прекрасно. Так. Хочу посмотреть. Ну, на самом деле, что там такое. Плюс... Мне не получается. Тут прыжок-то двойной. Ё-моё. Я просто промолчу. Не получается, действительно, почему-то... Вот я когда вот так нажимаю, все нормально. Когда я прыгаю через пропасть, почему-то он не получается, я не знаю почему. Мне это страшно бесит, просто страшно бесит. Вот не нажимается все, я не знаю. Вот, да, лети. О, молодец, спасибо тебе. Отличненько. Все прекрасно. Так, теперь мы типа перебираемся. Так куда мы пойдем после этого? Я даже понятия не имею. Родин, чтобы спуститься, повиснуть. Так, ну... Надо было не так повиснуть. Нам было немножко поаккуратнее повиснуть. Давай. Да. Все хорошо. Да. Давай. Так, прекрасно. Что-то, блин, все эти души так валятся постоянно. Аж страшно. Так, боже мой. Так прыгает это тоже. Жутко.
А здесь? Слушай, там наверху есть какое-то место. Кажется, тебе сюда. Нет? А, вот оно как. Секретка здесь какая-то или что? Или надо такой путь? Ну, выход. А давай попробуем здесь посмотреть. Может быть, там что-нибудь скрыто. Типа там какой-нибудь страшной тайны. Вот смотри, смотри, вот сюда можно прыгнуть. Хотя там был, да, путь обратно? Ну-ка. Ух ты. Чё-то мы куда-то гребем, мне так страшно, что мы идем не по пути, который говорит игра. Что-то куда-то свое какое-то место. Так, ну ладно. Допустим, допустим. Так, тренировка. Так. Я привыкну, я знаю, что я, блин, черт возьми, черт побери, я привыкну к этому прыжку. Но, судя подземного мира. Боже, походу мы по адресу. Может быть, я там что-то пропустила? Господи, ладно. Вдруг я там что-то пропустила? Там было место, где можно было зажечь. Я точно знаю, что можно было. И, блин... Ну, судя по всему, мы что-то пришли куда-то. А нельзя сохраниться перед этой какой-то битвой страшной? Подождите, я сюда схожу. Так. Так. Вот тут что-то вот как будто бы можно туда перепрыгнуть, да? Так. Ой, начинаю понимать систему, да? Двойного прыжка. Ого! Отлично! Ну, что-то мне надо очень сильно прокачивать свое здоровье. Прям что-то прям. Глаз горгона мы нашли, отлично. Да, прекрасно. Здоровье нам надо качать, потому что то, что сейчас я вижу, это просто ужас. Очень мало. Тем более нормал, боже ты мой. Нормал с таким здоровьем, что мы никуда не пройдем. Так, я знаю, R1 там что-то задействует, и мы можем здесь сохраниться, потом начать эпичную битву. Я, может, могу здесь поплавать. Великолепная бронзовая статуя девушки. Оценил Кратос такой. Великолепная статуя девушки. Здесь какой-то портал. Ну и короче, знаете, что я вам скажу? Мы вот это все дело задействуем уже в следующей серии. Потому что, ё-моё, я чувствую, что здесь опять будет битва. Мы продолжим, в общем, там в следующий раз. Спасибо вам большое за просмотр и до скорого. Всем пока!